Смотрите, смотрите, бандит идет. Сейчас выгонит этих. Он не боится никого. Это Линдочка. Он никого не боится абсолютно. Все, зашел. Сейчас все эти выбегут. Эти. К девкам, боком, 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 к девкам. А? Все убежали. Ой, артисты, я не могу. Вот он такой, да, домогатель. Домогатель, гусак. Ага, девки убежали все. Ах ты мой хороший. Ходил, ходил с серым и с белой. Не обломилось ничего, решил к этим пристроиться. Ой, умрешь. Но почему-то со своими Линдочками он не сильно хочет ходить. Ничего не пойму я. Ага, эти купаться хотят, серые-то. Вот эта компания хочет купаться. А их выдворили. Да, вот так вот вам попалось. А чё же вы не заступаетесь за своих девчонок, а? Чё же вы перед одним пасуете-то? Ну, ходите теперь, жалуетесь. Пошел, пошел. Не солоно хлебавши пошел. Пойдем посмотрим, куда он ходит там. Пошел попить водички чистенькой. И нет, это не он. Вон он подался, вон. Где он? Вот он. А пьет водичку другая гусынька. Так, пошел там. Опять к серой пошел и к белому, к белой. Вон, видите? Втроем ходят. Видите, вон, серая, серый, вернее, и белая вот эта. И этот наглый гусак пришел к ним. Угу, ходит в одиночестве. Девки какие нравятся, никак. Никак не хотят с ним дружить. Вот они, наши красавчики. Да. Так, они пошли, а этот наглец, что делает, пьет водичку. Сейчас вот он попьет, попьет, подумает, куда бежать ему надо. Он же тот еще стратег, знаете, сейчас он план сделает себе мысленный, куда рвануть, к кому. А вон же ходят его все Линдочки, вот они, все Линдочки. А этот вот не хочет с ними. Ну вот скажите, пожалуйста, почему? Не нравятся они ему. И мне вот это очень даже интересно. Посмотрим сейчас, к кому же он сейчас пойдет. Интересно, знаете, хвоста нет, надо же. И у второго Линдочки тоже хвоста. Ну не то, что нет, ну совсем коротенький. Может быть, это отличие гусаков от гусынь? Кругленький такой, посмотрите. Вот, видите, он идет не к своим. Ну-ка, сейчас посмотрим, посмотрим, куда он. Так, так, пошел, пошел. Ага, мы с тобой наблюдаем.
Вот, а здесь серый купается со своими. Вот, он снова сюда. Сейчас эти все убегут. Быстро. Видите, что делает? Видите, что делает? Заманивает, заманивает. А, и белая сейчас пошла в воду. В общем, те убежали. Все. А белая пошла в воду купаться. И те-то не убежали, надо же. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Что же они тут придумают? Этот-то хитрый, знаете, видите, что делает? Видите, он заманивает своих. Вернее, не своих, а девчонок чужих. Так, и серый гусак пошел. Ага, переплыли. Ну все, все убежали. А один ты остался снова. Да ты мой золотой. Остался один. Никак они тебя не принимают к себе, да? Никак. Как бы ты ни хотел, никак они не хотят с тобой, а? Да что ты будешь делать? Не хотят дружбу вести, миленький ты. Один, один, иди к своим, иди к своим, у тебя же много девок там. Ну, уже какой день он все пытается с ними дружбу водить, никак не получается. Так, а Гошка здесь что делает? Сейчас они сливу объедят точно. Сливу объедят, зашли все-все вот в этот. Им покупаться охота может быть, а? Дырку открыть, пусть выйдут. Дырку откроем, пусть они сами выйдут. А, пошли, пошли. Сейчас тут будет это у них потасовка, наверное. Надо их караулить. Мои хорошие. Вот он, Гошенька. Гоша прибежал. Гошка прибежал со своей ордой. Эти стоят на страже, смотрят. Матильда ест, а Гошка смотрит. Слышь, Толь, а гусыня мамка-то совсем худая стала. Она не ест? Ну надо же, а. Они ее уже догнали. Да как не пускают? Просто она такая вот мать. Она и сейчас не ест. Вот. Матильда поела, а она даже не подошла. Ну, затасковал. Кого зовешь? Кого-то зовешь. Купаться не стал Гошка. Я думала, хоть искупается, нет. Да, конечно. Хоть травы наедятся, это правильно. Побежали, побежали.
Белая гусыня пошла купаться. А это здесь Линдочка. Понятно, что орут все. Матильда погнала, видели? Гошка, он, Гошка пошел. Толя, 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 Толя! Гошку обижать! Гошку стали обижать! Все. Не успели. Гошка налетел прям. О, сейчас рассусоливают там, обсуждают. Да, да, да. А, герои напали на маленьких. Эх вы. Смотри, пошли, пошли, пошли. Такие деловые все. В разные стороны все разошлись. А Линдочка, смотрите, так и ходит за серым и белой. Чего же она от них не отстает-то никак? Вот влюбился он в белую, и все тут. Бегает и бегает за ней. Вот так бывает в жизни у гусаков, представляете? Ну, в общем, Агошка вон туда ушел, все. На траву. Пусть там сидит. Вот так история заканчивается наша. Мы пока караулим их. Все в порядке. Ну а здесь кто у нас сидит? А здесь у нас сидит котик. Обормотик. Набегался? А, набегался, красавчик. Набегался. Сидит. Ну ладно. Всем пока.